Гоу, вот один анекдот. А чего мы воюем на Донбассе? Там русские. А что не воюем в Крыму? Там русские. Вы скажите мне, вы не видели, как воюет Россия? Как она воюет в Сирии, авиацией, ракетами, всем остальным? Послушайте, пожалуйста, перестаньте постоянно прикрывать. Для вас война – это ваш хлеб. И пока война, вы списываете все свои экономические просчеты, всю свою неудачность как власть, всю свою, извините, импотенцию как правительство, списываете на войну. Не надо хлопать. Пока эта война длится, вы сидите в своих креслах и держите в страхе население. Если бы не было войны, вас бы спросили, а где наши деньги, где наши рынки, где пенсии, зарплаты, где все дотации.